Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Опасная передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Ба. Мертезаки. Он с мячом и продолжает накручивать одного. Решать нужно этот момент. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Посмотрим за этой атакой. Бьет он по воротам. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Партнеры поддерживают эту атаку. Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Какой хороший перехват, прерывает опасную передачу защитника. Попас Татопулос. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Забивать надо! Хорошая идея, но вратарь вряд ли забросит мяч в свои ворота. Хотя посмотрим. Мяч будет введен из аута. По направлению правильно, но ведь там никого нет. Ищут они разные варианты для атаки. Штрафной удар. Отсюда можно и пробить. Мяч летит точно в стенку. Арбитр назначает угловой. Мертезакер. Если действие хорошо отработано на тренировках, то угловой превращается в страшное оружие. Но, как мы видим, Георгий, розыгрыш стандартов – это не самая сильная сторона этой команды. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равно. Теперь в атаке соперник. Ну, может быть, подать пора? Отличный прием, так держать. Мяч на боковой линии.
Роберт. Мяч у соперника. Мертезаки. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Перехват в центральной зоне. Похоже, все решится в концовке. Ух, какие напряженные минуты нас ждут. Плохо сыграно. Мяч потерян. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Какой навес! Вратарь на месте, мяч уходит на угловой. И все опять возвращается на круги своя, точнее на четверть круга, который отмечен в зону угловой. А теперь давайте посмотрим на соотношение угловых в этом матче. Спасает он свою команду. Мало кто умеет так. Мертезакер. Неудача. Игрок все делал правильно, но мяч не пошел в ворота. Нужно искать новый вариант. Да, все вокруг да около. Нужно, конечно, прибавлять скорость. Аут. Еще один аут. На некоторое время обезопасил он свои ворота. Бейл. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Осталось чуть-чуть потерпеть, и вот, ну, может быть, не генеральские, но, по крайней мере, сержантские погоны. Штрафной на последних минутах игры. Очень похоже на то, что он потянул мышцу. Видимо, ему потребуется замена. Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Вновь надо выполнять подачу с угла поля. Еще один угловой. Пробил головой он. Неплохо. Оставалось только забить. Все было в руках игрока, но и еще раз но. Игрок вполне мог сейчас отличиться, но, видимо, не чувствовал в себе уверенности. Финаль.